have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. И сегодня мы покоряем Антарктику. У нас есть водичка с собой, у нас есть рация. И у нас есть карта. Ну, мы же вообще отспарываться с собой. Мы же далеко. Рация — это у нас чат, получается. Рация — это чат для всех. Я понял. Так, нам говорят сюда. Я первый раз сейчас сюда зашел, я без понятия, что от меня хотят, кто от меня что хочет, и всякое такое. Здесь можно взять flares, здесь можно взять... А, это все за рубаксы, кстати. Только эти... Давайте я переоденусь. Флэры, батончики, вода не за рубаксы. Да, флэры у нас бесплатные, и снегоходы прикольные такие. Батончики. Так. Дождусь, не дождусь, метель. Тут у нас спальня. Здесь можно передохнуть перед тем, как мы куда-то отправимся. А вот эта вот картинка с такими лесенками почему-то очень сильно вызывает меня мысли о игре Кодзимы. Ну, кто понял, тот понял. Там, где нужно путешествовать, избегая дождя. Так, магазин... А, у нас тут есть это, магазин снаряжения и есть медпункт. Медпункт... я не могу зайти. Ладно, это не страшно. Search and Rescue. Это за рубаксы. Да, это за рубаксы. 475! Ха! Прикол. Тут у нас есть шлемчики, которые мы можем подкупить. У нас только 100 монет, которые нам дали бонус за первое захождение. А тут есть отчечи, жакеты, штанцы. Ух, я чуть не упал. Бесплатно, бесплатно, бесплатно. Для VIP бесплатно, да, я так понимаю? Да, для VIP бесплатно. VIP стоит тоже дорого, так что, нет, меня в принципе все устраивает, то, как я выгляжу. Мы же сюда пришли не на конкурс красоты, мы пришли на горы карабкаться, поэтому здесь можно... Что? Ладно. Написано, что гайд-центр. Ну, ладно. Так, куда я выхожу? Вот сюда. Вроде как вот сюда. Можно флаг купить за 40 рубаксов. Флаг своей страны. Мне хватает того, что флаг моей страны находится над моим ником. В принципе, все нормально. Стой, это паркур? Тут бесконечно будешь подниматься по горам. То есть не бесконечно, где-то будет самый конец Эвереста. А ты мне не подскажешь, как Эверест оказался в Антарктике? Я не знаю. Вот ты тут поднимаешься по очень высоким горам. То есть, в принципе, как ты представляешь, чтобы наша планета съежилась, чтобы Эверест оказался в Арктике или в Антарктике? Блин, у меня это... Вон, энергия... Здоровье, вода. Ну, кстати, насчет воды. Воду же ж можно растопить. И все дела. Ну, ладно. Так, я где-то по пути какие-то чекпоинты будут? Да, будут. То есть, например, я смогу... Например, когда ты доберешься до самого первого чекпоинта, ты будешь в первом кемпинге. То есть, ты будешь уже почти на один, ну, в среднем пути к горе. То есть, я сейчас просто иду, перебираюсь, иду. Как эта лестница тут держится, непонятно. Где-то, в общем, где-то по пути я смогу взять воды новой, взять это, да? Да. Крутяк. Ой, опасно тут, очень опасно, да. Единки опасные, не спорю. Ой, я увидел только что труп альпиниста. Нет! Выпрыгнь! Фух, я думал, что я утонул прям сходу, и чтоб тебя! Труп альпиниста. Да, кстати, в горах это не редкость. Поскольку там низкие температуры и нету бактерий, всякое такое. Люди, которых засыпают лавины, снег, камни, всякое такое, их потом находят, они довольно-таки хорошо сохранившиеся состоянии. То есть их потом даже некоторых хоронят. Но, насколько я знаю, что это не принято
хоронить. Вместо этого в горах сооружают алтари такие тем людям, которые навсегда остались в горах. Вот. И, блин, пока что не знаю, пока мне очень интересно, пока очень нравится. Так вот, кстати, кто слушал, кто слушает Рамштайн, песня «Ohne dich», «Без тебя», посмотрите клип, там очень такое атмосферное все. И как раз на тему альпинизма и горы и всякое такое. Ой, я добрался до очень большой вершины. Я рано прыгнул! Выпрыгни, пожалуйста. Так, а у меня жизнь... О, блин, чувак тоже он свалился. А у меня жизнь не восстанавливается, да? Как можно жизнь восстановить? Алло? Ну, попить воды, наверное. Попить воды, окей. Я думаю, вот и... Так, нет, это не работает. Воды попить тебе дает только... Да ну ёлки! А как я туда должен был допрыгнуть, не подскажете? Нет, заново? Серьезно? Ладно, ладно, хорошо, ну, хорошо. Эти тупые чекпоинты, ненавижу. Давайте подберем все, что у нас здесь есть. Попробуем сходить заново. Так, снэк я тоже возьму, батончик. Ладно, насчет моста согласен. Это было мое личное криворукое отношение. Окей, а как я там должен был с лесенкой? Блин, и у меня всего 3 жизни. А что будет, если у меня 3 жизни закончатся? Меня не будут в игру пускать, что ли? Без понятия. Можешь дуть. То есть, ну, изначально у меня было 3 сердечка и 100%. А потом проценты начали уходить. Сейчас, когда я случайно сорвался... С меня забрали одно сердечко. Так, ладно. Как бы я и паркур в Роблоксе, это вещи немножечко не очень хорошо ладящие вместе. Они несовместимы. Ну, не то чтобы несовместимы. Иногда бывает неплохо, а иногда бывает, что вот прям аж раздражает. И пока что вот до этого момента все складывалось неплохо. Теперь у меня вопрос, как я там должен был перепрыгнуть по той лестнице, поскольку... Или я должен был зацепиться, но вряд ли. Тут может цепляться за лестницу? Карл? Алло? Тут можно цепляться за лестницу? За лестницу цепляться? Я не знаю, я сам без понятия, я еще не пробовал. Я тебя понял, хорошо. Ну вот они, кстати, недостатки первого раза игры во что-то, когда не особо понимаешь, как да некоторые механики работают. Че, живой? Нет? Я потратил все жизни, я с самого начала спауна. Мне петь поднимать Стоп! Я понял, что будет, если ты все 3 жизни потратишь. Ну, блин. Ты окажешься на базе. Просто я оказался на базе, потому что я еще не достиг ни... Вылези! Фух, блин. Это нечестно. Я не достиг никакого чекпоинта, поэтому меня закинуло сразу на базу. Но я так понимаю, что чекпоинты это вот именно количество жизней. Все, все. Я теперь понял, как это работает. Я не скажу, что я прям сильно рад этому, но, и, по крайней мере, когда что-то понимаешь, это уже хорошо. Так, давайте повнимательней. Фух. Я сейчас мог запросто упасть. Вот вообще за нефиг делать. Так, хорошо. Где у нас там было первое место, где мы накосячили? Вроде вон там вон мост, да? Там я упал первый раз, было не очень приятно. Давайте попробуем пройти его по-человечески. Вот. Меня раздражают такие вещи в паркуре, когда тебе нужно там ровно на последний пиксель встать и для того, чтобы допрыгнуть. И вот такое вот оно, конечно... Не очень. Выплыви. Меня снежком пришибло. Я неплохо время рассчитал, и меня просто пришибло снежком. Хорошо, в этом месте мы уже 2 раза упали. Вон то место меня интересует. Как мне здесь... Что я должен сделать?
Я не знаю, но я сейчас приду к тебе и попробую помочь. Нет. О, вот ты тут. Да, я здесь. Сейчас будем вместе подниматься. Хорошо, погодь, я сейчас схожу за батончиком. Ну что, батончики, я так понимаю, штука мне понадобится. Да, батончики еще как понадобятся, если ты будешь слишком много не есть батончиков. Так, хорошо, это ты коробка? Да, это пойдем. Это не коробка. Ну, в смысле, коробка головы, пойдем. Консоль головы. Тебе не хочется надеть, например, костюм? Ну, ладно, ладно. Я его уже два раза одевал, он меня не спас. Он может тебя спасти гораздо дальше. Например, если ты пойдешь сейчас, нет, без костюма, ты можешь замерзнуть. У тебя слишком много энергии будет добавляться еще. Снизу с КП будет. Ну все, пойдем. Веди меня. Думаешь, шлем тебе не понадобится, да? Я же его взял. А-а-а. Я же в него тыкнулся. Он же сам берется, должен сам браться. У меня такая стильная шляпа. Зачем мне шлем? Все, взял. Все. А теперь все, можно идти в снег. Консоль ждет тебя. Поехали. Так. Да хорош нам пиликать. Пиликалки. Эй! Эй! Трое ученых на тазу поплыли по морю в грозу. Был бы подольше мой рассказ, будь попрочнее старый таз. Ай, красавчики, блин. Не успели выйти, уже окунулись, короче. Супер экспедиция. Профессионалы. Знаешь еще в чем проблема? Чё? Когда ты уже второй или третий раз проходишь одно и то же место, ты уже начинаешь торопиться. То есть такой, ну да, да, я здесь уже был, идем, идем, идем. И начинаешь делать ошибки на тех местах, в которых ты мог бы не делать ошибки. Вот. Поэтому, ну, как бы, вот еще в чем косяк. Что сейчас вот ты взял и упал, потратил там, не знаю, 1 или 2% здоровья. Просто потому что. Не потому что это было что-то тяжелое, а вот просто. Ух, я сейчас только что чуть не соскользнул. Так, ладно. На одну ногу приземлился, тоже хорошо. Ха! Чувак упал и разбился прямо возле меня. Опасные тут места. А вот нефиг падать и разбиваться. Ну я жду тебя. Да, да, да. Давай. Удивительно, как я окунулся в воду и не потратил хпшки. Все, пойдем. А, ты туда идешь? А что? А что, так можно было? Да. Окей. Можно было пропускать. Откуда ж я же знажешь? А вот тут вот уже нельзя. Вот тут вот они уже сделали невидимую стенку, чтобы ты ничего. А, ну так это то самое место, куда я приходил, только снизу. Зачем нам было в горы карабкаться, если мы все равно сюда же пришли? Ты серьезно? Мы только что крюк накинули, вообще не нужно. Я думал, ты тут это нашел спидранерские методы, то-то, сё-то. А ты такой, а, я просто накину крючочек. Да. Так, хорошо. О, я уже вижу. Так, вот тут место с мостом, это, короче, косяк. Я тут уже два раза падал. Один раз просто по своей глупости, второй раз меня снегом сбило. Вот, так что все хорошо, все нормально. А вот там вон дальше, вон та поломанная лесенка, короче, я не знаю, что с ней делать, потому что это полный абзац, там невозможно допрыгнуть. Сейчас я тебе покажу. Фух, блин, чуть не убило. Стой, посмотрю сбоку, как ты прыгаешь. Серьезно, там можно спустить. Ай, у вас нафиг. Как тут спускаться? Легко. А на этом расстоянии прыгаешь. Вот, все, прыгай. Да. Блин, это отвратительно. Я же говорю, можно за лестницу цепляться? Я пролетал мимо этой лестницы, но он за ней не цеплялся. Два раза. Вот, блин, я две жизни на этом слил. Ладно. Хорошо.
Так, тут надо быть аккуратным, я так понимаю. Например, смотреть в дырки. Смотреть, чтобы ты не попал в дырки. Чё мы ищем? Червяков в этих дырках? Глистов каких-нибудь? Нет. Ну, глистов тоже, да. О, еще и стемнело. Ой. Еще и метель, мутель, пурга. Так. Shift, кстати, нету. Пора включить фонарики. А, у меня нет. Вот, нажимаешь на шлем. На... Который шлем синенький такой. А, вот тут. Ага! О, прикольно, вот этого я не знал. Я, пожалуй, еще... А где мой фонарик-то? Фонарик? Ну вот. Ты нажал на флэш. А, просто флэш лайт. Флэш это такая штука. Все, но я думал, что это флэш-лайт, фонарик. Знаешь, ну, типа... флэш это для того, чтобы тебя... Чтобы тебя нашли, да, это я понял, все, это я уже тупанул. Хорошо, поехали. Так, думаю, нам туда. Думаешь? Думать это полезно, блин, такая еще музыка началась. Я понимаю, что это типа ветер, но это музыка, но... В общем... Так, не теряйся. Я хочу найти Бигфута. Он тоже тебя хочет найти, у него как раз не было еще ужина. С какой стороны подходить к этой штуке? Стой. Только смотри, не упади, а то плохо-плохо будет. Ноги сломаешь, больше не сможешь подниматься. Больше не сможешь съедать. Где тот инженер, который, блин, проектировал эти лестницы? Блин, ему бы ноги посламывать. Апчих! От первого лица надо. Я уж понял. Хотя, спасибо за подсказку. Черт, мне нужно выровнять мышку, я никак не могу это сделать. Я включу флеши специально для тебя. О! У! Есть. Тут еще, кстати, есть противоштормные очки. Да, я заметил. Но они за донат. Goggles. Так, Advanced 1. Сюда. Это у нас первый чекпоинт? Нет. До него еще далеко? Погоди, в смысле я не могу туда добраться? Не можешь. Тебе вон туда, где столбик. Сюда. А, нам сюда, смотри. Вот, я вижу. Буря пропала. А, мы опять как-то криво пошли, я понял. Так, вон туда. Там перепрыгивать? Нет, а, фу, по там лестнице. А вот тут вот лестница немножко опасная. Она в бок повернута. Повернутые, ладно, пока персонаж не скользит, это не проблема. А вот тут вот уже перепрыгивать надо. Нормально. Вниз. Так в темноте запросто можно и навернуться. Экстремал, блин, тут все время это строил. Так, ну... Я думаю, нам не туда. Я тоже так думаю. Я думаю, нам туда. Когда утро наступит, а? Нет, не тут. Туда. Блин. Но не через тут же ж. Там понизу можно было пройти более безопасно. Да пофиг. Мы же супер строители, мы же супер знаем все, как делать, мы профессионалы. Сюда. Нафиг нам ваши подсказки. 3 часа утра, кстати. Ой, иди наверх. Иду. Я вижу лампочку. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Так, Монкерпартик. Кирк и Патрик. Глава гора Кирка и Патрика. Мы сейчас Кирк Патрик. С
скоро мы доберемся до первого кемпинга, потом я уже... Он такой головой вертит, и у него фонарик в разные стороны, прикольно. Смотри, вот видишь, карта у тебя есть. Ты можешь посмотреть на карту. Как? Я сейчас ориентируюсь. Он ее просто достает для себя, я там не вижу ничего. От первого лица надо смотреть. Серьезно? Это гениально просто, почему я до этого не додумался? Так. Скоро мы доберемся. Киркпатрик, да-да-да, я вижу, следующий чекпоинт. Все, я понял. Вау, не туда, сюда. Ты там как, идешь? Да-да-да, иду. Еще не подох? Пока еще нет. Блин, обезваживание сегодня. Надо попить, водички, да. Обезвоживание. А не обезваживание, если что. Так, то когда мы доберемся в следующий кемпинг, мы сможем набрать водички и попить. Да, у тебя куда жизни уходят? Ну я случайно каким-то образом упал, сломал себе ноги 4-5-6 миллионной степени. Стой, так. Нам не туда. Не туда? Хотя, вон столбик, нам сюда. А, ну да, вправду. Ну я там просто тоже столбик увидел, только внизу. Но мы сейчас спускаемся. Я так понимаю, наверное. Может быть, а может и нет. Ну, после горы Блин. Я там вижу что-то опасное. Ну, это похоже, по крайней мере, на дорогу. Там лестница есть. Тихо! Неожиданная лестница. Нелегальная лестница на дороге. Да уж, блин, я чуть... На секундочку отвлекся, чуть не улетел в обрыв. А тут опасно, а тут уже... Да. Офигеть. Ой-ой-ой, это уже не очень классное место. Мы тут вдвоем просто по горам блуждаем. Два горных козла. Игорных. Два игорных козла. Да, давай, да, да. Два игорных козла. Игорь тонет. Игорь тонет. Сейчас опять начнется. Сейчас вот как раз была пресс-конференция Sony. Пингвины. А? Пингвины. Гвинпины? Где? Ты человек не видишь? Вот, смотри, гвинпины. Ой, и утро еще как раз. Прям хорошо. Теперь видишь гвинпинов? Вижу, круто. Ковальский, анализ. Так, мы, получается, мы сейчас... Рос Айс Шелф. О, мы очень близко. Да, нам осталось его перейти. Explorer Cove и... Ага, так, хорошо. Значит, три. Ковальский, это... доложи информацию. Курлык-курлык, все понятно. Курлык-курлык, блин. Вот смотри, да, вот настоящий гавайский, у него рюкзак. Почему гавайский, если ковальский? Ну да, ковальский. Как гавайский, пингвины гавайские. Ну, я могу у него взять рюкзак, что там? Так. Блин, пингвины с рюкзаком, все, короче, теперь я видел все, идем, нам на чекпоинт надо. Бесплатный батончик у него в рюкзаке. Мне это нравится. Да это бесплатный батончик. Блин, я съел только что свой батончик, ну ладно. Зачем? Ну, у меня энергия, надо было восстановить. Надо восстанавливать энергию только в 50. Да я уж понял, наверное, надо было, да, сейчас еще воды попью. Мы же сможем пополниться на чекпоинте, да? Сможем. Хорошо. Так, нам говорят, что сюда... Погоди, стой. Стой, почему нам сюда? Там вода вообще-то. Надень очки. Так, лайт убираем, гоглс одеваем. И чё? И маска. Да, и маска. Что? Мы чё, поплывём, что ли? Да, поплывём. Следуй красной линии или... Ой, давай, я за тобой буду следовать. Я ещё такой посмотрел на карте, почему там обозначено через воду, почему мы не можем поверху пройти? Поверху может только Advanced. А, кто задонатил? Ну да, это супер натренированные чуваки. Конечно, проплыть по ледяной воде это же гораздо проще, чем пройти по льду сверху. Я следую красной линии. Я тоже.
Я думаю, вот после этого у нас уже будет кемпинг. То есть после этого мы как раз придем. Да. Там, правда, будет немножко лестниц, на которых можно соскользнуть. До кемпинга? Ну да, там немножечко пройтись. Вроде было сказано, что сразу после этого будет кемпинг. О, нам еще и в пещеру. А, убери свою задницу. Я задыхаюсь. Не, у тебя еще 4 пузыря. Я хочу попить воды в воде. Ты че пить воду? В нее же рыбы ссут. Так. Доплыл. Да, есть. Как раз еще пару пузыриков остается. Ох. Наконец-то свежий воздух. Ух, так, убираем да, гоглы, убираем маску и чешем дальше. Ну да, маску можно убрать. Хотя не, я ставлю маску. Мы добрались. Я уберу. О, я же сказал, что сразу должен быть кемпинг, по идее. Так, 11 часов утра у нас. Фу. Надо взять чекпоинт. Где он? Ну вон, зеленая такая штука. А, хорошо, пойдем. Это обязательно. Надо еще воды набрать. Воды взять, батончик взять, все дела. Есть, бэджик дали. 100 поинтов, отлично. Хорошо, ребятушки. Тогда, наверное, сегодня на этом у нас все. Серия чуть-чуть задержалась, но больше из-за моего тупняка она задержалась, потому что я никак с той лестницей не мог разобраться, поэтому нам пришлось ходить пару раз. Вот. Да, ребят. Так что тут очень прикольно, очень, не знаю, мне понравилось. Я вам рекомендую этот режимчик, эту игру. Можете тоже прийти, покорить свои вершины, испытать свои пределы сил. Я уверен, что я сюда вернусь, возможно, даже сегодня и продолжу восхождение. А на этом у нас пока сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.